И еще, кстати, дополнение по поводу печки, ну, по поводу самой бани, банного отделения, помывочного и парного в одном флаконе. Меня спрашивают, типа, как поставишь печку, типа, сними видеообзор, покажи что да как. Вот. Затопил я примерно где-то минут 50 назад, ну, округлим до часу. Это вот такие вот полежки, ну, штук 5 где-то. Вот. И уже сейчас уже все, вода уже поет. Можно слышать. Здесь у меня бак для холодной воды. 120 литров из нержавейки. Здесь это холодненькая вода. Здесь вот подвод. Здесь сделал для горячей воды. Вот он отсюда уходит, огибает, уходит под полок. И вот отсюда сюда приходит. Вот камни, кстати, уже шипят, уже нагрелись. Можно, кстати, посмотреть, что там еще горит. Смотри-ка. Вот, кстати, вот такие вот полежки, я говорил, штук 5 сюда закинул. Это, кстати, поддувало. Изольник он выполняет две функции. В виде изольника и в виде поддувала. Я прикрыл шибер, так называемый, да, диафрагму, заслонку я чуть-чуть приоткрыл. Конечно, надо перчаткой все делать. Чуть-чуть приоткрыл. Вот, само банное отделение было изначально вот такого цвета, копченого. Я в том году взял кучу лепестковых кругов, где-то штук 10. Взял болгарку и все это за 2 недели все это вычистил вместе с пологом, вместе с помывочной. О, кстати, здесь вот целебный отвар. Кстати, руки уже мокрые от пота. Целебный отвар будет. То есть здесь мята, чистотел, крапива, ну и так далее, и тому подобное. Всякая разного рода косметика. Кстати, вот градусник уже около, да, где-то 40, чуть больше 40 градусов. Ну, поставил новые плафоны. Естественно. Кстати, ручка. Тут ручку делал мой отец. Она еще старая. Я ее не стал чистить, потому что побоялся испортить. Он взял обычный перочинный нож. Это был год 93. Обычный перочинный ножик. Взял чурбан. И спокойно вручную взял. Чик-чик-чик. Сидел-сидел и за полдня вырезал вот такую вот красивую ручку. Она до сих пор хранится, так сказать, как память. До сих пор служит. Вот такие вот дела. Кстати, камни уже все. То есть прошло 50 минут. Можем наблюдать. Я думаю, зашипит. Ну да. Ё-моё, вот это горячее. Уже горячее. То есть за час бани, ой, за час бани все уже готово полностью. Осталось мне сейчас только помыть полы, помыть полок. Вот, и уже, в принципе, можно уже заходить мыться.